Всем привет! Сегодня мы с вами приготовим просто умопомрачительный десерт для любителей шоколада. Тортино с жидким центром. Нам понадобится горький шоколад, 2 яйца, 1 желток, сахар, мука, какао, сливочное масло и ванилин. Измельчаем ножом шоколад и кладем его в кастрюльку на медленный огонь вместе со сливочным маслом. Растапливаем его, помешивая все время на медленном огне, как я уже сказала, до однородной консистенции. Затем посолим. В отдельной миске мы смешиваем яйца и сахар. Накрываем пленкой, делаем разрез и вставляем туда погружной миксер. Все хорошо-хорошо перемешиваем. Объединяем два состава. Шоколад вливаем в яйца. Перемешиваем до однородного состояния, однородного цвета. Через ситечко всыпаем сухие ингредиенты. Это у нас горький какао, мука и ванилин. Перемешиваем все до однородного состояния, и тесто готово. Дальше мы берем формочки, смазываем маслом, посыпаем сахаром. Наполняем тестом формочки не больше, чем 2/3, потому что оно еще поднимется. Ставим формочки в духовку, разогретую до 180 градусов. И здесь, внимание, очень важно время, очень важно их не передержать, чтобы остался жидкий центр. Если это маленькая форма, то где-то 12-13 минут. Если форма большая, то чуть подольше. Смотрите за состоянием.